отступаю от среза фатина, отступаю небольшое расстояние, приблизительно 5 миллиметров. Только после этого опускаю иглу, чтобы не затянуло фатин внутрь машины. На моей машине сейчас нанесена специальная вспомогательная черта, которой здесь нет. Вот здесь есть сантиметр, полтора, два. Я прочертила 2,5 сантиметра. Точно так же рекомендую взять сантиметровую ленту, положив ее, проводим черту. Вот ориентируясь по этой вспомогательной черте, я все время свой срез, вот этот срез фатина, укладываю к этой черте. У меня ширина 5 сантиметров, значит, у меня от иглы здесь 2,5 в одну сторону и в другую получится. Очень удобно и значительно облегчит, ускорит работу. Не дошиваю буквально несколько миллиметров, как всегда, чтобы не затянуло фатин внутрь машины. Так начинаю и так заканчиваю свой шов. И смотрим, насколько 3 метра фатина стали меньше сейчас, после того, как мы их присборили.